Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. Здравствуйте, меня зовут Николас Конрой. На всю неделю учили воспитатели, пора им ответить тем же. Сегодня кемперы будут учить воспитателей, и начнем мы с директора. Руслан, вы знаете, что такое деб? Что такое что? Деб. Деб? Угу. Нет, не знаю. What did you learn this week? I learned about Russian and canoeing and horseback riding. Вы чему на этой неделе научились? Работать с детьми лучше. Я еще научилась, кстати, я научилась давать по щекам мальчикам с полотенцем. Я научилась рисовать лицо человека. И все? Да. Почему на этой неделе научились? Бегать! Всем привет! Меня зовут Денис Малорадский. И я сейчас вас научу играть в Уно. И wild значит, что если какой-то человек поставит wild, это значит, что я могу выбрать какой-то другой цвет. Да. То есть переменить цвет, да? Да. Ага. А вот эта карточка значит, что это если твоя очередь, так. И ты поставила ее. Угу. Это значит, что я передаю. Она еще один раз идет, а потом я иду. Угу. Дополнительный ход я получаю, да? Да. Отлично. Сдаюсь сразу. Мое имя Никита Якубяк, и я сегодня буду учить взрослых, как делать хайп и флос. Илья, повторяй. Вот так. Вот так? Вот так? Сзади одну руку, сзади и одну спереди. Так? Вот так, смотри. Боюсь, что с меня танцор, не важно. Давай, давай, так. Все получится. И потом вот так. Вот так? Да. Вот так? Да. А что это означает? Такой танец. Это такой танец? Да. То есть у вас будет танцующий водитель. Это будет забавно. Я думаю, альпаки оценят. Давай второй. Альпаки оценят. Потом второй. Вот так начинаешь просто стоять. Вот так просто стоять? И руками тоже. И потом вот так. И потом уже прыгаешь. Мой друг, когда кстати, будет роскошный диван, я непременно так попробую сделать. Давай. We'll be right back.
one.